Не только домашние животные привязываются к человеку. Иногда даже самые опасные хищники испытывают привязанность и любовь к человеку. С самого детства львенка воспитывал человек. Теперь малыш очень скучает, когда его хозяина нет рядом. Но зато как он радуется, когда мужчина приходит его проведать. Невероятно трогательный момент встречи вы увидите на видео ниже. Поверьте, это действительно очень мило и незабываемо. Эмоции через край.